Хей, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игруху под названием Hell of the... или Hall of King. Так, я вот тут подумал... Сейчас, подождите, я сейчас кота выгоню. Аж надоело орать. Если хочешь на улицу, пускай, блядь, идет, потому что там открыта на улице дверь. Осмотреть. Так. Истинный служитель готов отдать все на благо королевства. Пусть бледный король Хелонесса избавит тебя от тяжелой ноши. Ага, хер там, слышь? Холнест, смотри, я еще должен всю гео туда кидать. Не такая же уже большая для меня. Ноша! Ладно. Кажись, без полета, да? Мне здесь не обойтись. Ладно. Входим сюда, потом сходим направо. Автомат для сбора платы с символом скамейка. Так, гоу, пускай будет. Так, посмотрим карту. Там, короче, есть какой-то проход. И вниз, и справа есть тоже проход у нас. Нихера там расщелина. Ладно, погнали отсюда. Так, у нас есть два пути. Путь вниз и путь прямо. А, прямо нет, потому что я туда забраться не могу. Тогда вниз. Хилимся. Так, высшие существа, эти слова лишь для вас. Так, наш чистый сосуд вознесте. За двери этой остались лишь останки и горячие сожаления, что вели к его созданию. Мы не времени туда больше. Класс. Короче, я вас понял. Походу, эта локация вообще для меня еще рано. Здесь как максимум нужен мне полет. Здесь мне как максимум, скорее всего, нужен двойной прыжок. Еще другие какие-то финтиплюшки, да? Жесть на том. Ладно, погнали тогда на выход. Опа. Воу-воу! Ух! Какая-то жесткая махина. Ну. Не слышу летучих сраных мышей.
Так, хилимся, сразу на всю хилимся. Что вы защищали? Посмотреть. Бледная руда. Бледная руда, я могу прокачать себе меч. Ладно, отойду. Бледной рудой я могу прокачать себе меч еще на плюс один. Еще на плюс один, и я буду непобедим. А вот эта главная тварь молчала. Здесь я этого спас. Не, ну бледная руда, слушайте, это на самом деле такая вещь не мусорская. Ух ты ж, длиннолапая тварь. Это мне тоже как бы не открыть пока что. Пока что. Нормально. Ну, а наша подруга. Привет. Дружок, все эти твари побеждены тобой? Мне стыдно признать, но я пряталась. Эти ужасные твари погнались за мной, и я... А я и побежала. Не подоспей ты вовремя, кто знает, выжила бы я. Я такая крупная, что многие принимают меня за бесстрашного воина, но смогу ли я справиться с чудовищами этого королевства? Хватит! Полно потакать своим слабостям. Я должна... Ставить тебя в пример. Ты так уверен ведешь себя в битве, ты не выдаешь страха перед врагами. Я буду стараться изо всех сил, чтобы стать как ты. Нетерпение между твоей новой встречей, мой маленький спаситель. К тому моменту, клянусь, ты встретишь воина, который не уступит тебе в смелости. Окей. То есть я ее тут чисто спас, да? Бездонные, непонятные локации. Так, отхилиться. Отхилиться. Это я где сейчас был? А, ясненько. Так, сверху это выход. Или нет? Нет, стоять, а что у нас сверху тогда? Так. Королевские стойки это у нас. Пошли вы в сраку, слушайте. О. О. Ты же делаешь по три удара. А, говнюк. Я сейчас еще в королевство вернусь. Ты подожди. Я еще там оружку заточу себе. И будет GG easy.
Ух ты, зараза! Какая меткая. Так, окей. Считай, я свалил. Город слез. По идее, я сейчас пойму, что это за место. Так, какое-то дерево. Если я смогу здесь подняться нормально, без происшествий. Ёбаный. Так, ну здесь я навряд ли туда именно за ящиком смогу пойти уже. Здесь-то ладно. Туда еще как никуда не шло. Не, за вот этим, конечно, можно зайти. За этой рудой. Свидание. Что это за путь? Это где я с навозником дрался. Ага, все. Это место я помню. Это место помню. Так, отлично. Где у нас заточник? Заточник у нас на другой стороне. И я в этой тоже стороне еще не был. Блин, до хера где нужно посетить всего. На самом-то деле. На самом-то деле много предметов можно посетить, предметов, то есть мест. Быстро сейчас все делаем, быстро затачиваем. В следующей серии можно либо будет сходить дальше туда. Либо что-то придумаем, ладно. Так, ладно, хилюсь. Хилюсь, хилюсь. Здесь у нас заточник. До него еще долезть нужно. То, мужичок, я к тебе прилез. Где ты там? Я тебе материал принес, слушай. Ты вернулся? Вижу, у тебя есть немного белой руды. Бледный. Это металл редкий и благородный. Дашь мне руды и немного геву за труды, я перекую твой гвоздь, и он станет сильнее. Да, 800. Минус 800. Чунша. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. Изи новый предмет. Вот, получай перекованный завершенка. Иди, я пробую его. Теперь, по идее, я должен ваншотить следующих мелких. Вот этих. Этих я ваншотил. Не, я не ваншочу их, слышите? Меня надурили. Так этих я и так ваншотил. Блин, а что мне делать получается? Мне нужно как-то тогда... Не знаю.
Или по слезастому городу пройтись. Ладно, давайте сегодня мы у нас город этот. Пойдем в те места, где я еще не был. Там, где я еще не был. А я не был, это в двух местах. Фиолетовое какое-то здание и большая территория. И большая территория. Мне бы скамеечку. И нужно будет взять предмет на удлинение меча. Я так буду пол... А, стоять. Я уже здесь тогда все облазил. Этот домик. Значит, нам теперь осталось только улицу пролазить. Просмотреть. Тут я думал, что здесь босс. Поэтому я сюда решил не идти. Как я помню. Да? А мне все равно туда не попасть. Мне нужен двойной прыжок. Класс. Класс. Ладно, мы еще тогда в этой, да, стороне не были. А не, вот наоборот этот город. Воу. Ай-яй-яй, слышь? А он тоже на два удара, как я вижу. Давай. Я могу только его ударить, когда он двойной делает. Это я, у меня еще оружие заточено, ребят. На плюс 2. Это у меня еще оружие заточено. Эй, ладно. Издевайтесь. Короче, лучше с ним не драться, а лучше его просто перепрыгнуть. Адекватный будет вариант. Войти. Все? Не смей, я тебя не впущу. Орёт он. Город, город, город. Блин, а мне... Окей, хотя я все это мог провернуть. Все это я могу провернуть. Здесь я могу быстро переехать. Да? Если верить картинке. Ну, зараза. Вот, а картинка. Ой, там сундук. Ай, ладно. Сначала питомца активирую. Лавочка. Ништяк. Да.
Все, я активировал жучка. Значит, нормально. Этих я с двух убил. Ага. Нафиг пошел. Так, вокзал короля. У нас и скамеечка сломата, и вызов этого сломат. Ну ладно. Вот тут можно, получается, двойным прыжком запрыгнуть. Ну, а тут даже можно таким прыжком запрыгнуть. И как мне тебя открыть? Никак, да? Никак. Ха-ха-ха. Ладно, пойдемте наверх. А больше мне там не было, да, прохода? Окей. Откуда ты взялся? Ты что, в крысу меня там поджидал? А, это такое, я подумал, с щитом. Опять они меня окружают. Так, там какая-то хернюшка есть. Дневник странника. Вау. Все нормально. Так, здесь, по идее, могу лифт. Поехали. Это выход на улицу. Это куда-то тоже пойдем наверх. В город показано. Мне в город не надо. Так, там тоже ничего. Здесь что у нас? Тоже какие-то хоромы. А, вот это классно, да, сейчас было? Это сейчас было классно. Ладно, ну, тут хотя бы не так далеко идти, на самом-то деле. Там всего лишь на лифте прокататься два раза и все. Не, а вот тут, конечно, что они ловушку такую сделали там. Молодцы. Давай шустрей, шустрей, шустрей. Поехали, поехали, поехали.
Наверх, наверх, наверх. Да. Устроили они западню. Вы, конечно, мне вот эта западня сильно. А, тут кусок сферы. Воодушевленный. А, ё-моё, не, ради такого, да, нужно было сюда сходить. И сразиться. Так, ладно, поехали тогда на лифте с вами. Куда он меня отвезет? В город, по идее. Должен отвезти, по идее. Вот так, назад. Только туда есть проход. То есть... Так, а карты нету. Вверху тоже, да, ничего. Хотя можно его грохнуть. А не, он еще ко мне может упасть. То, что он меня не достает. Давай. Видите, но главное, я ему только могу урон нанести, когда он двойную делает. Теперь я могу заюзать раз сферу, два сферу, еще три. А это типа дополняется. Ясненько. Только теперь нужно понять, где я нахожусь, да? Не будет вообще супер. Где-то проход открыл. Так, тут есть его, есть питомец, отлично. Посмотреть. Вроде пропуска. Да, вставить. Допустим, окей. Давайте тогда в другую сторону я сбегаю до конца. Если ничего нет, полезу наверх. Ой, какое-то кладбище, что-то тут мутное, что-то очень... Довольно серьезно, мне кажется, даже. Да будет проклятый, идущий против короля. Но это кладбище, это 100 пудов. Ладно, смотреть.
Грязящий спят, дабы сберечь сосуд. Мономана, наставница, в своих архиве окружаем мглой и туманом. Лурьен, хранитель, в их шпили наблюдает за городом. Кера, зверь, в своем темном логове схороняет глубоко под королевство. Благодаря им преданность Холоуста стоит вечным. Стоит. Грязище добавлены на карту. Ни шагу больше, маленькая тень. Что заставило вылезти из тьмы? Что заставило вернуться в это священное королевство? Зов из-за печатей? И кто позвал? Сосуд или плесный свет? Разобьет ли печати? Их нельзя разбить. Но сосуд слабеет. Чума разгорает вновь. Их нужно разбить. Но наши печати еще целы. И наш долг беречь их. Избавимся. Наш долг беречь их. Так надо. Что происходит? Исчезни, маленькая тень. Исчезни и оставь нас в мире и покое. Короче, как я вижу, короче, что-то странное, ребята, здесь происходит, поэтому это вот и следующая серия. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.